И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео, которое называется «Мама, купи мне пони к 1 сентября». Ну что, поехали? Блин, уже завтра 1 сентября. Как не хочется в школу. Как хорошо я провела лето. Сидела дома, отдыхала. А теперь снова идти в школу. Не хочу. За что? Не знаю, как ты, сестра, но я уже, честно говоря, немножко соскучилась по школе. Мы в школу не ходили уже, наверное, около полгода. Так что я вот повторяю все, что мы изучали, так как я, в принципе, хочу в школу. Это ты у нас такая особенная, которая не хочет ходить в школу. Ой, ну да. А кто, значит, 5 дней назад мне говорил, что не хочет в школу? А? Не припоминаешь? Короче, не помню я такого. Я такого не говорила. Ты же знаешь, я хочу в школу. Может быть, один раз я и сказала, но точно это было не 5 дней назад. И вообще, мне кажется, от карантина у тебя уже кукушка поехала. Да, вот так. Что за бред? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? А? Я о том и говорю. Ты посмотри, у тебя вся комната в фиолетовом цвете. Фиолетовая кровать, фиолетовый светильник, фиолетовый стол, фиолетовый стул, фиолетовое пианино. У тебя все почти что фиолетовое. Вообще-то у меня не фиолетовая корона и не Да, а вообще-то все остальное у тебя фиолетовое или фиолетовых оттенков. Так что это еще... Кто из нас странный? Это ты странная. Как обычно, то ты в прошлом году тебе нравился такой цвет, в этом году тебе нравится этот цвет. И ты вечно меняешь даже мебель. Я такого не говорила, что ты странная. И вообще, что ж ты мне нравятся разные цвета? В следующем году, может, мне вообще понравится черный. Ну тогда ты что, опять будешь всю мебель на черный менять? Если надо, то да. Ах ты... Так, девочки, стойте. Не ругайтесь. Что у вас опять произошло? С самого утра начинайте друг на друга кричать. Ну вы же сестры, хватит себя так вести, девочки. И причем вы принцессы, это неподобающее поведение для вас двоих. Да, мам, прости. Так, кстати, о чем это я, дорогой? Да, дорогая, я тут. Дорогой, скажи-ка девочкам, что мы им хотели сделать? Дети, а мы хотели, значит, сходить в магазин и купить вам новую одежду для школы. Так как, ну, у Радити там вообще с одеждой все очень плохо. Да, и у Луны, в принципе, тоже не все хорошо. Поэтому мы решили вам сделать такой подарок на 1 сентября и прогуляться по торговому центру. Круто! А можно, если, мы пойдем в торговый центр, то, вы мне купите пони, на 1 сентября, на праздник все же. Ты что, издеваешься? Ты идешь уже в 3-й класс. А все, играешь в этих дурацких пони? Ну, во-первых, у меня ни одной пони нет. Они как бы были, но я их все оставила. Ну да, ты их просто все потеряла. Нет, я их оставила у бабушки. Не смеши меня. А вот и нет, я их не потеряла. А вот и потеряла. Так, девочки, пожалуйста, прекратите. Вы же принцесса, я вам это уже 20-й раз говорю. Купим мы тебе пони, не волнуйся. Только давай какую-нибудь недорогую, а то сейчас цены, ух. Да.
Хорошо, давайте тогда, девочки, собирайтесь, и через 5 минут тогда выходим. Через 5 минут? Надо быстрее посмотреть, какие пони продаются. О, мам, когда она уже вырастет? Потерпи, доченька. Думаю, через 2 годика она уже не будет в эти пони играть. Я все слышу вообще-то. А мы говорим про цветочки. Про цветочки. Да. Да, про цветочки. Все, я уже тут. Можем идти в торговый центр. Вот и замечательно. Ну что ж, так, дорогой, вызывай тогда такси. Да, я уже вызвал, сейчас как раз через 2 минуты уже должно подъехать. Идем. Так, а вот и такси. Что ж, дамы, вперед. Так, мы приехали. Так, девочки, выходите. Здравствуйте. Ваше Величество и Ваше Высочество, ой, здравствуйте. Я даже не знала, что вы посетите наш скромный магазинчик, но я очень рада провести вам по нему экскурсию и показать все отделы нашего магазина. Что ж, прекрасно. Тогда, пожалуйста, покажите мне отдел с одеждой. Желательно для вот этих вот 2 прекрасных дам. О, конечно, проследуйте за мной. Девочки, идем. Я тогда вас тут подожду. Да, дорогой, хорошо. Идем. Так, здесь у нас вкусный отдел. Дальше. Вот, проходите, проходите. Дальше. Вот этот отдел. Это отдел одежды, моды. Также у нас есть аксессуары всякие. Вам нужно что-то определенное или вы посмотрите? Мы посмотрим, спасибо. Все хорошо, если что, позовите меня, я буду тут рядом. Ладно, спасибо. Мам, я очень хочу вот это платье. Мам, купишь мне его? Господи, посмотри. Доченька, какой из 2? Тут 2 платья. Не, вот это я не хочу. Оно слишком большое. Вот, вон то. Эх, как его достать? Это не то. Это сюда положу. Вот, мам, пожалуйста, купи вот это платье. Оно кристальное. О, сейчас оно очень популярное. Хочу такое платье, мам, пожалуйста. О, что ж. Посмотрим, дорогая. Ты сначала примерь его. Вот. И посмотрим, если тебе оно подойдет, то хорошо, мы купим. А мне, мам, что? Я как бы пони вообще-то хотела. Доченька, пожалуйста, подожди с пони. Давай сначала тебе выберем вот что-то из этого. Какую-нибудь юбочку для школы. Смотри, у тебя в том году была точно такая же, только она тебе уже высветлилась. Я думаю, в этом году надо освежить твой гардероб и купить что-то новое и прикольненькое. Вот такую вот модную юбочку, думаю, с кристалликами тебе как раз будет. Ну, давай, мам, она мне нравится, красивая. Вот и чудесненько. Так, Луна, давай тогда первая переоденешься, а ты можешь пока что либо подождать, либо посмотреть своих пони. Ой, я тогда пойду посмотрю пони. Ладно, хорошо. Отдел с пони, как я поняла, вон там. Да, я услышала. Все, я пошла. Так. О, а вот и пони. Так, да, смотрю, видно, уже многие разобрали их, осталось чуть-чуть. Так, как я поняла, это редкие пони, а это обычные. Блин, какие же мне взять? Я бы хотела какую-нибудь редкую, но я не знаю, мама разрешит мне или нет. Да и сестра еще вечно говорит, как маленькая. Нет, я все же себе куплю пони, только какую вот. Такс, надо подумать. Мне нравится эта искорка, она очень красивая. Или вот это вот пони, Moon Dancer. Даже не знаю, какую ей взять. Глупое платье! О, это моя сестра.
Так, надо посмотреть, что там случилось. А вы пока ждите меня тут. А, бесит! Что? Я смотрю, на кого-то не налезает платье. Не смешно! Это глупое платье на меня не налезает. Ой, мам, прости. Ничего, доченька. Да, вижу, у тебя оно мало. А есть другого размера? Я его очень хочу. Ах, простите, но у нас это платье только одной модели. К сожалению, все остальные разобрали. Кому-то кажется, надо было меньше есть в карантине. Не смешно. А мне смешно. И как теперь его снять? Оно не снимается. Думаю, мы сейчас вам поможем. Так вот, почему она так орала на весь магазин. Да. Ладно, доченька, иди пока выбери пони, и потом на обратном пути возьми юбку тоже, померь. Хорошо, мам. Дурацкое платье. Так, какую же все же выбрать? Ладно, возьму Moon Dancer. Она очень красивая. И она единорог, и умная, и в очочках. Прикольная. Так что, думаю, она мне как раз подойдет. Что ж, пойдем. Я тебя возьму. Ой. А ты не берешься. Тогда вот так вот пойдем. Мам, я пришла. Ох, молодец, доченька. Мы наконец-то выбрали платье. Да, это, конечно, не то, что я хотела, но... Ой, но... Более-менее. Мне кажется, оно даже лучше того. Спасибо за поддержку. Так, ладно, девочки, не ссорьтесь хотя бы здесь. Так, бери тогда эту юбку, быстренько мир, и пойдем на кассу. Ладно, иду. Так, думаю, оно даже очень идеальное. Что же я вечно падаю, господи. Оно тебе подходит. Да, мне самой оно нравится, так что однозначно берем. Так, пожалуйста, прибейте нам вот это вот. А, да, конечно. Девочки, что у вас там произошло? Я слышал, как Луна орала на весь магазин. Да так, ничего. Ничего, а просто у кого-то жопа застряла в платье. Ну, да, ничего. А вам, кстати, нужны цветочки на 1 сентября? Девочки? Да, мой букет фиолетовый. Кто бы сомневался, тогда мои розы. Так, хорошо, тогда я прибиваю все. А пакеты нужны? Да, пожалуйста, два. Так, все. Хорошо, подождите, сейчас все пробью. Бздык. 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 Так, с вас всего 5000. Хорошо, ладно. Подождите, а что почем? Пони шла по скидке. Она за 500 рублей. Угу. Потом 3500 платье. Ну, юбка за 300 рублей. Ну и еще там букеты. Цветов, да. Хорошо, ладно. Так, вот, пожалуйста. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Хорошо, до свидания. Так, девочки, складывайте вещи и идем. Ну что, девочки, вы довольны своими покупками? Да, папа. Да, пап. Ну все. Надеюсь, это, так скажем, вам подарок на 1 сентября. Конечно, конечно. То платье, которое хотела. Ну ладно, в нем тоже очень стильно. О, вот и славно. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. И всем пока! Пока!